Приветствую вас и музыку каждый человек воспринимает по-своему. Кто-то слушает ее для расслабления, кто-то черпает в ней душевные силы, кто-то воспринимает как субъекта, партнера для диалога. И если человек начинает слушать ту музыку, которая раньше не увлекался, это означает, что в нем он, в данном жанре, он что-то нашел. Что-то для себя новое, что-то для себя более близкое. И да, это может говорить о том, что человек, приоритеты человека, его характер, его цели, его ценности, вот это, пожалуй, самое главное, его ценности изменили. И изменилось настроение, потому что каждая музыка, она, любая музыка, любой жанр несет свое собственное, в принципе, настроение. Именно свое индивидуальное присущее только этому жанру. И человек, если говорить высокими словами, чувствует созвучие своей души в большей степени именно с этой музыкой. Но если говорить более профессиональным языком, то в ней, в тех ценностях, в тех ориентирах, в тех идеалах, в тех проблемах, которые раскрываются в музыке, в данном жанре, человек находит отголоски своих собственных мыслей, и именно это делает такую музыку ему ближе. Что касается вашего второго вопроса, то здесь можно ответить так. Не предпочтение в музыке отражается на характере, а наоборот. Изменение характера отражается на предпочтениях музыки. То есть, вначале происходит изменение человека, переоценка определенных смыслов деятельности, личности, пересмотр определенных ценностей и так далее. И как следствие меняются музыкальные предпочтения. Только так, а не иначе. То есть, у вас изначально немножечко вот второй вопрос неправильно построен. Вы следствие принимаете за причину, а причину за следствие. То есть, понятно, да, что, значит, еще раз суммирую все, что я сказал, значит, смена музыкальных вкусов говорит о изменении направленности человека, об изменении его ценности и об идеалах. А это, то есть смена музыкальных вкусов, свидетельствует о том, что у человека изменился эмоциональный фон, изменились идеалы, ценности и стремления. Возможно, человек переживает некую метаморфозу на данный момент. И под эту метаморфозу в большей степени подходит определенная музыка. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к Маргу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.